Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». Сегодня хотел бы рассказать вот о таком девайсе. На днях приобрел, долго гонялся. Это укупыватель бутылок пробками. Ничего тут сложного нету, но принцип сейчас покажу. Итак, кипятим воду, доводим до кипения, кидаем нашу пробочку, ну и пару минут варим. Так, пробочка поварилась, у меня энное время погрелась. Теперь приступим к упорке. Так, ну и весь принцип: пробку опускаем, пропинываем ее, разварившуюся, и утрамбовываем. Ну и все. Наша пробка упакована. Красиво и аккуратно. Сейчас запечатаю сургучом. И все. Ну и для большего эстетизма такие палочки куплены на Алиэкспрессе, так же как и печать, которую я показывал в предыдущих видео. Ссылки на все это я оставлю в описании. Кроме укупорки, ее покупал я в России. Ну и то, что получилось. Немножко неровно, но все же. Понравилось видео? Не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на канал, вступайте в группу в одноименную «Самогонщик с Урала». Всем спасибо. До свидания.